Так Ривас себя не контролирует. Я говорю, больной он, больной. Я ему врача нашел, доктора нашел, лечить его хотел. А он как начал орать на меня, понимаешь, обиделся на меня. Конечно, Лорио настраивал его против меня. Он говорил, что отец твой думает, что ты псих, а я тебе оставлю этот, как его, свою долю оставлю твою. Как его... Ложись! Ложись! Огонь! Огонь! Не стреляйте! Там же мой сын! Не стреляй! Шило, мэу, адме, мама, шени, шетагли, шило, шена! Раньше, ребе, бичо! Сади, шени, моклал! Стрелять в родного отца. Ушел. Через заднее крыльцо по соседним участкам. А там дальше шоссе. Нашли при осмотре. Оружия при нем нет. Говорит, что сторож. Да, правда. Сторож я, сторож. Шалова Гурамович, вы же, я же, скажите им. Здравствуй, Тимофеич. Угу. Правда, он наш сторож. Лучше бы я умер. Скажите, Ривас когда здесь появился? Ночью, как приехал, сразу пить начал. И мне немножечко налил. Радом дали, Швилю. Что? Нельзя ему пить. Совсем нельзя. Скажите, а Ривас просто пил или, может, говорил что-нибудь? Так это, за успех какой-то пил. Скоро говорил... Будет полная справедливость. Своими, говорил, руками ее и сделаю. Чудно. Как угол обзора шестой камеры? Нормально. Антон, теперь девятую камеру надо проверить. Хорошо, понял. Анатолий, но ведь отсюда на территорию никак не попадешь. И все-таки, Андрей Иванович, я вас настоятельно прошу все это убрать. Да. Николай Петрович. Слушай, Андрей Иванович. Поступила настоятельная просьба вот это все убрать. А я не могу, у меня колышки. Может, мне вот это все сейчас начать убирать? Понял.
Но с Нежным будете разговаривать сами? Хорошо, но только побыстрее, пожалуйста. Понял. Сережа, я... Сережа? Сереж, ну что ты делаешь? Ну зачем ты куришь? Тебя же доктор запретил. Ерунда маленькая. Иди ко мне. Теперь я понимаю, почему я волнуюсь, когда долго тебя не вижу. А ты не волнуйся. Не волнуйся, маленькая. Иди ко мне. Не волнуйся. Сережа, давай поставим Алешкину кроватку к нам в спальню. Мне так будет спокойнее, когда вы оба рядом. Давай, маленькая. Папа! Петька, чего тебе? Мне в Крылатской надо. Можно? Ну, возьми охрану, поезжай. Я с Тихомировым. Передай записку, пожалуйста. Давай. Ромео. И знаешь... Иди отсюда. Не положено. Спасибо. Скоро будет у нас сад. Третью камеру проверь. Понял. Молодой человек, это же клумба! Как к войне готовимся. Даже не по себе. Николай Петрович, я тут посчитал. Мне бы еще колышков 100. Слушай, сколько можно валяться? Меня здесь никто не парит. А. Ну, извини, если побеспокоил. Слушай, я сегодня на ужин не пойду. Ты скажи, чтобы Лиза сюда хавчик принесла. Разрешите исполнять? Ну да. Алло, Макс. Слушай, я весь приват перерыл на этом сайте самоубийц. Педро и Хилгёрл там больше нет. И в общей переписке их тоже нет. Слушай, я что хотел спросить. Ты уверен, что такой сайт единственный? Русскоязычный единственный? Ну, спасибо за консультацию, Макс. Мой отец тоже когда-то бросил нашу семью из-за молодой самки, и всем было фигово. Мать квасилась, как переваренный пельмень. Можно решить и твою проблему. Но сначала ты должен испытать свою волю. Подержи руку над пламенем свечи.
А завтра приходи за другим письмом. Хилгю. Хорошо. Хорошо, я возьму с собой. Хорошо. Зиночка, сделай, пожалуйста, Сергею Алексеевичу чай с мятой. А я поехал, до завтра. Хорошо, сейчас. Возьму. Папахин реально мешал мне жить. Тогда один чел дал мне тот порошок, который в свертке. Я насыпала Папахину в суп всего одну щепотку, и он даже не почувствовал вкуса. Привет, бойцы. Привет. Все нормально? Нормально. Просмотр реалити-шоу, ужин закончен. Подожди, подожди. Андрей! Андрей! Привет, Петя. Привет. А я чайку захотел выпить. Ух ты! А это что такое? Ты смотри. Свежезаваренный. Прям как на заказ. Ой. Мятой пахнет. Ты сам-то не хочешь? За компанию. Нет? Ну ладно. Ну тогда я сам. За твое здоровье. Не надо! Ты чего? Пожалуйста, не надо. Ну не надо. Так не надо. Петя, да нет там никакого Котельникова. Давай сюда порошок. Какой порошок? Какой? Какой? О котором вот здесь написано. Быстро порошок! Да я же не хотел вас, я не хотел. А что ты хотел? Ну что ты хотел? Хотел, чтобы родной отец вот это вот выпил. Что за черт? Пойди посмотри. Хорошо. Нет, вроде все в порядке. Миша, Миша. Миша, ты где? Не слышу тебя. Сиди здесь.
Леша. Началось. Сиди здесь, никуда не высовывайся, пока я не вернусь, хорошо? Леша! Пожалуйста, не делайте этого! Тихо. Пожалуйста! Тихо! Я сказал, заткнись! Не ори! Тихо! Я люблю тебя, поняла? Заткнись! Всем стоять! У меня заложница, я ее убью! Слышите? Стоять, тихо! Стоять, я сказал! Куда пошел? Стоять, я сказал! Куда пошел? Привас, неужели ты думаешь, что Проскуров пожалеет какую-то кухарку? Да пошел ты! Люда! Люда! Помогите, ну. Дайте сигарету. Все хорошо.
все закончилось. Успокойся. Ну, не плачь, Лизонька. Ну вот, давление уже нормальное. Ну, слава богу. Так, а Алёшку посмотрели? Да, Сереж. Алёшку посмотрели, он сейчас спит. Сейчас я вам выпишу рецепт. Угу. Курсом пропьете, потом таблетки недели две. Угу. Ну, а дальше главное, чтобы стрессов не было. Да. Так. Подождите, а где Петька? Сереж, не волнуйся, не волнуйся. Я сейчас посмотрю, где Петька. Угу. Петя, кто мог знать о том, что ты бываешь на сайте самоубийц? Мама. А в этом доме точно никто не знал? Нет. А мамин... Ну, друг, ну, Хахаль, помнишь, ты мне про него рассказывал? Я его не видел даже ни разу. Ну, мама ведь могла ему про тебя рассказывать. Что ты о нем знаешь? Да ничего о нем не знаю. Она уходила на свидание. Говорила, что скоро придет. Приходила и песни напевала. А еще по телефону говорит. Говорит, говорит и смеется. А по имени она его не называла? Ты не помни. Не знаю. Угу. А на свидание она надолго уходила? Часа на два. Даже машину не брала. Угу. Значит, это где-то рядом с вашим домом. Петя, ты как? Там папа волнуется. Все в порядке, Виктория, не волнуйтесь. Мы здесь беседуем. Ну, тогда я скажу, что все хорошо, да? Алло, Макс, это Тихомиров. Слушай, завтра нужно один компьютер проверить. В Крылатском. Нет, я поеду из особняка, поэтому тебя захвачу по дороге. Здравствуйте, Валентина. Мы по поводу Пети. Здрасте. Что с ним? Ничего, с Петей все хорошо, он у отца. Просто возник один вопрос, касающийся безопасности, Сергей Алексеевич. Нам нужно проверить Петин компьютер. Да, пожалуйста. Так, посмотрим. Работай. Ага. Послушайте, в конце концов, вы могли бы мне что-нибудь объяснить? Понимаете, Валентина, какой-то, судя по всему, взрослый человек через сайт самоубийц подстрекал Петю убить отца. Сначала он зомбировал его, внушая эту мысль, а потом передал ему яд. Я надеюсь, вы понимаете, что все это бред? Это не бред, к сожалению. Скажите, кто-нибудь еще, кроме вас, знает о том, что Петя посещает этот сайт? Вы? Я вам на днях об этом рассказывала. Послушайте, вы на самом деле думаете, что я воспользовалась сыном, чтобы поквитаться с бывшим мужем? Я этого не говорил.
Я спросил, кто еще? Кроме вас? Кроме нас. Хорошо, кроме нас. Знает о том, что Петя посещает этот сайт. Валентина, поймите, это очень серьезно. Если мы не найдем человека, который его подстрекал, Петя может оказаться в колонии. В какой колонии? Он ребенок. Я вас очень прошу, постарайтесь вспомнить, кому вы об этом рассказывали. Да никому я об этом не рассказывала. Об этом знали только я и вы. Толь! Толя! С этого компа Хилгёрл на сайт не выходила. Кто такая Хилгёрл? Петя мне рассказал, что у вас есть друг. Вы ему говорили о странном увлечении, Петя? Не помню. В квартире, где вы встречались, есть компьютер? Не помню. Валентина, отведите нас туда. Поймите, речь идет о судьбе вашего сына. Здесь, на третьем этаже. Скажите, ваш друг сейчас может быть дома? Нет, он на работе. Не нужно звонить, Валентина Николаевна. Можно я открою? Вот он. Макс, работай. Угу. Валентина, подождите здесь. Есть, Толя. С этого компа на сайт выходили и именно в приват. Да ты что? Да. Слушай, а можно установить ник того, выходившего можно, с этого компьютера? Но это долго, понимаешь? Сделаем проще. Можно сравнить по компам. Мальчишки этого. Может, вместе они на сайт выходили. Это проще. Слушай, ну давай прямо сейчас собирайся и езжай. Что это значит? Это значит, что если не вы выходили с этого компьютера на сайт самоубийц, значит, это сделал ваш друг. Этого не может быть. Валентина, как его зовут? Вы понимаете, что Петя для него сейчас стал очень опасным свидетелем? Как его зовут? Андрей. Андрей Котельников. Вот, в гостиной тоже все сменить. Стены покрасить. Ковры заменить. Это пусть Вика займется. Развеется, подгонишь ей каталоги. И мебель тоже. Надо тут все сменить. Сергей, а может, Крейна опять позовем, а? Он хорошо делает дизайн-проекты. Дизайн-проекты – это, конечно, хорошо. Но надо сейчас все это по-быстрому, чтобы вот это вот, чтобы это ничего не напоминало. У Вики нервы на пределе. Значит так, все сменить. Кабинет, спальню и Петькину комнату обязательно. Хорошо. Понял? Да. Привет, сын. Меня тут интересная мысль посетила. Может, ты на первый этаж переберешься, а? Там зал все-таки. Он в 3 раза больше, чем твоя комната, да? Правильно? Ну, хочешь, мы тебе там тренажеров навтыкаем. А хочешь, вообще отдельный санузел сделаем. Папочка. Ну? Папочка, прости, пожалуйста. Пожалуйста, прости. Ну что, что случилось? Что случилось? Я Тихомиру все рассказал. Он к маме поехал. Куда поехал? Прости, пожалуйста, пап. Подожди, сын.
Объясни мне все спокойно. Объясни мне спокойно, что ты Тихомирову рассказал? Почему он к маме поехал? Алло, да. Андрей Иванович, торопитесь куда-то? Котельников? Да. Понял. Вот так, Сергей Алексеевич, Котельников и манипулировал вашим сыном. Я же ведь, я столько денег вбухал, чтобы вот эта вот тварь вышла на свободу. Я его к себе на службу взял, я ему все. Вот она, людская благодарность. Котельников, между прочим, сейчас в больнице. Врачи говорят, что состояние его тяжелое. А вы ему апельсинчиков купите. А где сейчас Петя? Петя, сейчас. Сейчас этот щенок под домашним арестом. То есть вы не считаете, что во всем произошедшем есть доля вашей вины? А вы что, сейчас меня учить будете? Нет, учить я вас не буду. Просто совсем недавно я точно такую же фразу слышал от вашего сына. Он вас очень сильно любит. И отчаянно хочет быть похожим на своего отца. Очень жаль, что в этом доме до него нет никому никакого дела. А, Петя, я Петю отправлю в колледж, в Англию. Так будет лучше для всех. До свидания, Виктория Александровна. Всего доброго. Ну что ж, я думаю, что на этом все можно ставить точку. Спасибо вам большое. Сережа, да. Ну так мы идем гулять с Алешкой. Сергей Алексеевич, да. Надо бы обсудить один личный вопрос. Ну, тогда я пойду к Алешке. Хорошо. Угу. Виктория Александровна, да? Задержитесь, пожалуйста. Вас это тоже касается. Меня? Сергей Алексеевич, спокойно взгляните. Вот это Витя Потапов. Ну? Юридически он сын погибшей Людмилы Потаповой. А практически? Виктория Александровна, Людмила Потапова рожала одновременно с вами в Балашовском роддоме. И именно она была кормилицей Алёши. Надо же. Но позже, перед тем, как она погибла, она призналась нам, что, находясь в роддоме, подменила детей. Что?
Так. Это что за бред вообще? Как мне все это понимать? Это правда. Если у вас есть сомнения, можно провести ДНК-экспертизу. У мальчика сейчас из родственников осталась только одна бабушка. Мать Людмила. Он очень слабенький и часто болеет. Ну и мы сочли, что мы не можем не сообщить вам об этом. Если бы эта баба была бы сейчас жива, я бы с нее шкуру спустил бы. Вы совершенно правильно поступили. Сереж, нам нужно поговорить. Вы позволите? Да, конечно. Сереж, Сережа, мы должны забрать этого мальчика. Этот мальчик, он наш сын. Он должен жить с нами. Все? А Алешку куда? Назад вернуть? Конечно же нет, Сереж. Мы воспитаем их обоих. Сережа, они были молочными братьями, теперь станут настоящими. Это наш сын. Сереж, он наш. Я подумаю. Да, Роман Саныч. Привет, Толя. Чем занимаешься? Ну, как вам сказать? Занимаюсь бытовыми проблемами. Придется закругляться. Закругляться? Да, Проскуров звонил только что. Очень просил заехать к нему в особняк. Там что, проблемы? Да нет, я не думаю, что снова какие-то проблемы. Голос вроде довольно бодрый. Давай, сейчас заеду за тобой. Да ничего такого мне Проскуров конкретного не сказал. Просто попросил приехать в особняк, да и все. В общем, сплошные тайны. Так что будем работать по обстановке, Толя. Как всегда, Роман Саныч. Слушайте, а Котельников-то пришел в себя? Да. Я ведь был у него вчера. И представь, он мне столько интересного рассказал. 6 лет назад я тогда был директором нескольких проскуровских магазинов. Мы тогда здорово с налогами мухлевали. А потом налоговая прицепилась. Инспектор новый пришел, взяток не брал. Ну и открыли дело. За уклонение от налогов. Завели дело на кого? На Проскурова? Нет. Мы тогда договорились. Если что, в общем, я сяду. А иначе статья другая. Группа лиц по предварительному сговору. Ну, это понятно. А он обещал меня быстрее вытащить. И денег дать. Вытащил он меня через 2 года, а денег дал только 1/4. Сказал, остальное ушло на взятки и на адвоката. Сволочь. Подождите, но он потом же вас на работу к себе взял? Да, ну вот Котельников смотрел и решил еще раз продолжок напомнить. Ну, а Проскуров сказал, что он ему больше ничего не должен. Ты ж понимаешь, что тут Котельникова накрыло по полной. Решил справедливость установить собственноручно. Получается, первое покушение на Проскурова. Совершенно верно. Котельников стрелял. Он уже тогда начал встречаться с Валентиной, зная, что она не разведена с Проскуровым. Но и рассчитывал на ней жениться. Да, но видишь, получилось, что вместо Проскурова подстрелил шофера. Тогда подумал немножко
и решил чужими руками жар загрести. Стал пацана обрабатывать на сайте. Интересно, он не задавал себе вопроса, что будет с Петей после того, как он убьет отца? Похоже, что нет. Ну а теперь его уже и вообще ничего не мучит. Умер Андрей Иванович. Сегодня ночью в больнице и умер. Премия за хорошую работу. Я надеюсь, что мы с вами больше никогда не встретимся. Витя? Оформляю опекунство. Бумаг столько. Бюрократия. Ну что, Лиза, будем прощаться? До свидания. Удачи вам, милая Лиза. Спасибо. Чего? Казанова. Подожду тебя в машине. Сумку давай. Привет. Ну, как дела? Да я курить бросил. Молодец. Уважаю. Отец орал. Жуть. Я думал, вообще убьет. А сейчас? Да сейчас получше вроде. Только интернетом пользоваться запретил. И наняли училку английского. Она говорит, у меня способности. Ты талант. Ладно. Давай, успехов тебе. Ты клевый чел. Честное слово. Ты тоже клевый чел.